В России такие дождались ядерного оружия. Но есть нюанс. Из-за жары в РФ происходят аварии как на ТЭС, так и на АЭС. Обвал энергосетей продолжается уже второй день. В интернете появилась дополнительная информация об аварии на Ростовской АЭС, где остановилась работа реактора. Некоторые местные паблики сообщают, что в результате этой аварии произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов. Как пишут некоторые информресурсы, радиоактивное облако полетело в сторону Саратова. При этом, по данным Росатома, все якобы в норме. Радиоактивный фон нормальный. Хотя местные знатоки говорят, что он превысил норму в 75 раз. А русское правительство это просто скрывает. Кстати, по их словам, это фейк. Что происходит на самом деле, конечно же, никто не знает. Но из аптек уже пропадает йод. Также известно, что еще утром хотели отменить занятия в школах. Помнится мне, что аварию на Чернобыльской АЭС власть СССР также скрывала. В целом, из-за аварии на АЭС 2,5 миллиона россиян остались без электричества. Но, как говорят на станции, все работает стабильно. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Для нас это очень важно.